Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Alan Wake дополнение «Писатель». И в прошлой части, как вы помните, мы остановились у кнопки, которой нужно активировать погрузчик бревен, насколько я понимаю. Ну и попробуем воспользоваться ею, посмотрим, как она работает. Конечно, на нас могут напасть, и патронов у нас уже не так много, но надо двигаться. Ну, все оказалось достаточно просто. И даже никто на нас не напал. Пока что. Следует перебраться на другую сторону, прежде чем такое говорить. 10 фаеров у нас также осталось все еще. Может быть, это не так уж и много, но хоть что-то. Dreaming and insane. I don't think I like that. You represent the part of Alan Wake that is capable of rational thought and planning, which is why I'm talking to you. If that part can regain control, then you have a chance of making it. But a part of you wants to give in. There's comfort in the oblivion of dreams. You represent the part that isn't ready to quit and die. Wait, are you telling me I'm not real? You're as real as anything else in this place. So there are two of me? Yes. And the one you called Mr. Scratch, he's me as well? No. Zane, are you playing some kind of game with me? I am not the author of your story. How can you say that when you wrote that page about me and the Clicker? It wasn't one of my pages. You directed me to it. You had Weaver guard it. Yes, she was needed. And you needed the Clicker, but I'm not. What? I don't understand. Alan, you should keep going. Zane? Zane, come on! Well, I cleared things up. Меня радует, что патроны называют инструментами. Инструменты убийства. Мост, не помню вообще такой. Ну, похожий был вроде, но без лампочек вроде бы. Снизу не поджимают еще. Ну, когда они по одному, по два нападают, это не так уж и страшно. Я вообще к маяку вроде шел, а сейчас поднимаюсь на какой-то бесконечный мост. То есть это был мост, а стало... Не знаю, чем это стало... мостом, который повыше. Окей. Может быть, и не надо пока крошить. Пошли вы, сдохните, твари.
Нормально, ребята. Давай, подходи. Молодец. Придурок. Разнеси тут все. Правильно. Нефиг этому мосту тут стоять неестественным. Ну я встану где-нибудь здесь. Я думаю, ты удачно придешь ко мне. Ну даже не знаю, как-то это легенько. Хотя когда сложненько, я очень недоволен всем этим. Так что пусть будет лучше так. Да, ракетки они не дают особо. Поэтому я их особо и не трачу. Ну, трачу, конечно, но в пределах разумного. Ну, тут явно кто-то должен быть. Красава. Так и сдохнуть недолго. Сейчас кто-нибудь попадет своим говном. Я труп. Ну, чё там, долго будешь ныкаться? Живой, дерись. Да. Ну, вообще, если на меня сейчас тут нападут, вспышки мне могут помочь. Вспыхивай! Хо-хо-хо! А, ну, вспышки это как фонари, понятно. Но контрольная точка вроде была? Да, хорошо. Чем больше вспышек, тем лучше. Тут они нам пригодятся явно. Ей, наконец-то я получил ачивку за этих варан глупых. А, да.
Тихо, ладно. Юзаю. Сурово, тут все сурово. Хотя это подозрительно, что контрольную точку дали без такого типа фонаря, который еще и здоровье восстанавливает. А, ну вот еще одна, спасибо. Wake ran for the light. It was pointless. He would never reach it. His life would be snuffed out just as easily as the very thing he thought would save him. Even with the light gone, all I could do was keep going. Логично. Так как даже после того, как игра закончилась, мне остается идти в дополнениях. Since we're being so frank here, Alan, and let me just reiterate how happy I am that you've had this breakthrough, I would like to summarize your condition. By all means. And please, just let me know if you think I'm being unfair. All right. Well, let's start with the obvious. The car crash. Untreated head trauma. All due respect to Doc Nelson, but he's hardly a neurosurgeon. I think that the injury has affected you more than you realize. Yeah, I have had bad headaches. Then there's your history of substance abuse, which, combined with your chronic insomnia, has resulted in hallucinations and extremely poor impulse control. That's a dangerous combination, one which your wife has unfortunately had to suffer from far more than you. I know. I know she has. I don't think I'm exaggerating when I say that you are existing in a state of all-encompassing denial. Your vivid fantasy casts you as a heroic victim and allows you to skirt responsibility for your own actions. It allows you to solve your imaginary problems and dismiss the things that truly trouble you. In your self-serving delusions, your personal problems are assets that allow you to save Alice, perhaps even the world. Dr. Hartman, I think that's spot on. I can't argue with any of that. Well, I'm sure I'm stating the obvious. I don't want to labor the point, but, well, No, no. I understand. It's important that I face it. Precisely, Alan. You've put so much effort and imagination into this self-deception, but what good has it really done for you? You refused my offer of help, and here you are. Did being so obdurate really get you to a better place? No. No. And did it really help Alice? Was this really the best thing for your wife? Probably not. Probably not. Why don't we find out? You know, I've been talking with her. There's something she wanted you to hear. Oh, hey. That sounds like fun. Be all right.
The only thing that keeps me from killing myself is the hope that I'll never see you again. Ouch. I just can't argue with that. I think I should stay here before I ruin what life she has left. I think this is a breakthrough, Alan. I'm really very proud of you. Ну ладно, хорошо. It was nonsense. I knew I had saved her. I'd succeeded in that, and that was all that mattered. What I heard in there wasn't the truth. It was just another toxic mirage. It cut deep, but that made me all the more determined to force myself to snap out of it. I didn't want to be that guy anymore. I had to make myself see the light. А еще пониже. Или мне как-то надо туда забраться? Оу. Да, путь к маяку — это очень высокая гора. Куда? Куда? Нет! Вот дерьмо. Все потеряно или оно там пониже осталось? Да, допрыгнул. Ну и что мне, ребята, с вами делать, когда у меня почти нету патрона? Три патрона — это сильно. Ах, ну еще 19 револьверов. Прикольно, да. Очень рад с вами тут сражаться. Но это не смешно, ребята. Да-да-да. Ладно, тут лучше как-то попытаться прорваться вперед. Ну или, может быть, в этот раз все инструменты не упадут вниз. Блин, ну я упал вниз. Давай, я не буду лезть по новой наверх. Ну, вроде я собрал много всякой всячинки. И уже будет полегче. Правда, насчет этих врагов я не знаю. Может быть, я и мог бы добежать до света. Попробуем.
пошел в жопу. Не догнали. Печаль какая. Well done. You have come far, but there's still a little further to go. You must take full control of your own mind. Reject all of the fantasies you have constructed. Yeah, well, I think I can do that. A lot of the stuff I've seen here is personal and ugly as hell. I'll admit it hurts, but it's not fooling me. I know it's fake. Good. You are aware. The part of you bent on self-destruction is not. But you must be careful. Just because you know the lies for what they are, that doesn't make the danger any less real. I'll make it. I don't have any choice. Here. I cannot come any further, but this will help you on your way. Thanks, I guess. Hey, let me tell you something, Alan. I know how your mind works. You screw up, then you start analyzing it, and before you know it, you start writing all these horror stories in your head. Don't you? Come on, I don't do that. Yes, you do! I know how it goes. You're a complete failure. I hate you and I'll never forgive you for whatever it was that you did. Am I wrong? Oh, man. See? I know you. But, Alan, it's all in your head. It is. I love you. And I'm not going anywhere. Блин, тут темно. Просто до жути. До жути. Очень темно. They kept coming. There were too many of them. Hordes and hordes of them. Swarming over the landscape, eager to kill. They were coming for me. And this time they could get it with sheer numbers. Не знаю, что тут происходит, потому что они как будто кидаются и... Я вот на самом деле не знаю, куда бежать, потому что я ничего не вижу. Вот проходик. Офигенно. Да ладно, ну что за дерьмо? Да. Ну нифига не видно же, черт возьми. Ну хоть контрольная точка. Я в каких-то камнях застрял. Я удивлюсь, что если на видео будет хоть что-либо видно. А, меня убило слово. Слово может ранить. Еще круто так маяк сделан, что... Сдохните теперь, пожалуйста. Ау-ау-ау. Воу-воу-воу, у меня все больше нету фаеров, это, конечно, печально. Надеюсь, мне это поможет. И надо бежать.
Похоже, добежал. Ну и что в маяке? Маяк выглядит не совсем так, как я его видел в начале игры. Ну, во всяком случае, я его видел только по заставке, так что точно не могу сказать, как он должен выглядеть. О, а как я его жду. Называется, когда света не стало совсем. Так, как мне попасть к этой лестнице? Я вот на самом деле ни хера не вижу. Так, похоже, я зашел. И что мы тут имеем? Нет. I was surprised by the change of scenery, but not much. I was starting to understand the symbolism, the way the dark place flowed. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Какой-то неправильный мост. Hey, Al. Feeling kind of depressed here. What? So Zane's your new buddy now. I feel abandoned. This is ridiculous. You're not even real. That doesn't mean I don't have any feelings. Abandon your fantasies, right? Well, I kind of hate to say this, pal, but I'm one. Fine, you're abandoned. Bye. Не, ну конечно, дизайн уровней крутой. What I'm saying is the only way you're getting in that cabin is through. It's one of those kill your darlings things. But hell, you're used to that, big shot writer. Am I right? It was in everything. It was even taking the people Wake knew, turning his friends against him. They were all against him. What does it say about you when you're this desperate to keep yourself from getting better? Here we go! I'm earning the 50% commission. Может, не стоит? У меня все же есть ружье. It's great that you first make yourself an imaginary friend, and then you can't even get along with that guy. Equal skills, Al. You're a master. Набираем барахло. С вами что-то не так. And a master
уж эти вороны. Ты совсем спятили. Ха-ха. Классно. Классно, меня гитарами забили. Ну, тут хотя бы есть сейф, но не очень круто. Да. Меньше говори, больше делай, называется. Эй, куски говна, вы промахиваетесь. Агрессивные твари, что ж вы делаете? Я думал, мы дружим. Ну, с тобой уже будет полегче, я думаю, да, одним? Надеюсь, тебе это нравится. Потому что я устал от вас, старики. Великий герой жирный. Ай-яй-яй, что ж там по мне прилетает постоянно? Да ты что, издеваешься? Да дерьмо, ну что такое, ну вороны, дерьмо всякое на земле. Еще жирный, офигенно, еще. Да пошли вы в жопу, твари. Это уже не смешно. Я, конечно, не раздражительный человек, но что меня бьет постоянно? Жопа какая-то. Ну давай по новой. Теперь я вижу, что тут куча говна везде на земле. Сейчас я его уберу.
Ах ты, ублюдок. Подловил. Ну что, всем хочется урвать немножечко. А теперь я просто немножечко от него побегаю и повосстанавливаю здоровье. Неудачник. Да-да-да. Я тебе, старичок, дурачок. Ну не везет, да, не везет. Может, в следующий раз. А где все вороны? Этот чувак. Надеюсь, тебе это понравится. У меня сейчас будет 6 патронов на тебе. На исходе твое терпение, на исходе. А мое-то на каком исходе с этими воронами еще? Я уже не знаю, я уже не человек. Уже нет, уже нет. Ну-ка, приколись. Нет, ну хватит. Хватит, ребята. Я что-то делаю не так или... Паш! Это не может быть так. Опять со стариками, блин. В куче всякого этого дерьма с воронами. Все меня убивает, да, 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 я уже понял. Ничего хорошего, сейчас вороны долетят до меня, и все, мне жопа. Но это же неправильно, ну ж как так? Я уже даже на них фонариком не свечу так, а просто лучом. И, кстати, это неплохо работает. Правда, на этого Барри, или как его, я не помню, как его зовут. Это, конечно же, не действует. То есть там все немножко по-другому. Потому что он, ну, как бы первую форму можно так убить, просто целя светом. Ну, а вторую уже нет. Вот тут бы мне световые эти пригодились бы штучки. Но у меня их нету. Вот смотрите, сейчас я просто на него свечу, и все нормально. Он становится обычным. Но, конечно, его... Не знаю, что делать с воронами. Вот в чем проблема. Ну все.
Не знаю, надо, короче, от него уворачиваться, еще ворон высматривать. Сейчас я просто восстанавливаю здоровье. Ну хотя. Лучше уж с полным здоровьем идти на этого ублюдка. Можно вон кляксы повыжигать. Бегать было легче. Не знаю, это такой достаточно непростой бой. Тут ощущается присутствие сущности в виде гномика. А я говорил, толстый. Не надо сходить с ума. Не послушал же. Теперь первым делом ворона. Вообще пофигу на него. О, прилетело все же. Ну, сложно как бы искать ворон. Еще от этого придурка уворачиваться. Вроде хорошо. Не слышу ворон, наверное, их и не осталось. Можно заняться вплотную ублюдком. Но в нем такая тьма, что его даже не слепит этот фонарик. Но я, блин, добью уже эту игру в этой части. Пусть она длится долго, мне все равно. Нравится жирный? Нравится. Я ж вижу. Ну, еще чуть-чуть ворон. Это уже ай-яй-яй. Не-не-не-не-не. Ну как, ну блин, ну не может же так быть. Ну вот устарался уже. Осторожно все делал. И в конце пошел в жопу, придурок. Немножко плохо, что я тут еще в говне в этом всем. Не круто это все, не круто. О, дерьмо. Странно, что они вначале летали так, ну, быстро, а сейчас уже просто атакуют. Оу, спасибо.
теперь мне придется долго бегать и уворачиваться от тебя. Угу. Угу. Да. Не, ну это, конечно, весело, да? Что-то мне это уже напоминает. В плане сложности. Не, ну может быть, у кого-то получилось пройти это с первого раза, но... У меня что-то не получается. Самая большая неприятность — это вороны. Если сражаться с этими, то как бы вороны своими этими ударами отвлекают, плюс ранят. И увернуться от них по-простому-то и никак нельзя. С этими-то проблем не так, чтобы и много. Ну, машут своими гитарами. Конечно, урон хороший, но... Жить можно. Но вот это вот было уже глупо. Да, блин! Да-да-да. Заметьте, они начали носиться. Ну, замечательно. Лучше бы я их... по стариночке бы убивал. Ну что-то мне подсказывает, что сейчас меня опять добьют. Надеюсь, я не прав. Может, вам тоже... Живучие твари. Блин, ну вот эти толчки даже не удары. Замах, промах. Патроны, патроны, патроны. Замах. Блин, опять этот удар. Пошел в жопу. Твое терпение, ты бы знал бы. Ты бы знал бы уже. Я просто уже и не знаю. Ну вот вы видели это дерьмо. Вороны. В сочетании с этим. И все. И все. Вот что хочешь, делай. Impulse control. It's very
things. I have several lawyers on speed dial just because I never know when to get in trouble. Странно, у них обилка активируется на свет. Но ворона я уже точно ненавижу, совершенно. Ну, прекращайте! Не могу я, не могу. Садомия какая-то просто. Сражаться со стариками, с воронами, с кляксами, с придурком в красной жилетке и... Ай, блин. Возле домика, который то появляется, то исчезает, маяки. Будем юзать тактику бегания кругами. По идее, она должна работать. Но не хочет помирать старичок. Ну давай, я возьму сейчас патрошек, все будет хорошо, ты не переживай. Не то-то ты берешь, Алан. Ну, начинается первый раунд. Я дошел пока только до третьего. Самое плохое, что я мог сделать, это забежать в этот угол голимый. Да я уже понял, что ничего хорошего тут с воронами не будет. Лучше уж осторожничать. Сейчас восстановим здоровье. И второй раунд. Не знаю, наверное, кляксы тоже стоит убрать. С таким придурком, с топором, это сделать крайне непросто. Может, они не очень-то и мешают. Главное, осторожно. Никаких резких движений.
Никаких. Ау, ну блин, ну что за дерьмо? Ну как? Ну... Я уже при смерти. Только потому, что он по мне один раз попал и... Иногда от него на самом деле сложно увернуться. Вот, особенно в такие моменты. А когда я вижу еще плохо, вообще супер, да? Ну вот, сейчас я и сдохну. Но... Я не знаю, что здесь можно сделать. Вороны просто угнетают. Да-да, ребятушки. А вот со старыми иногда так просто, и вороны умирают легко. А вот с тем... Это кошмар какой-то. Офигенски, сейчас сдохну. Надо до автоматизма отработать эти увороты и надеяться на лучшее. Ну, хватит! Старый говнюк. Я не знаю, как это дерьмо работает. Потому что то он уворачивается, то он стоит рядом и не уворачивает. Спокойно. Спокойно, 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 спокойно. Нелегко мне с вами. Ну, сейчас начнется жесть. И ворона это кошмар. Кошмар. Сейчас его вообще ничего не берет. То есть он бежит и даже... Ну вот сейчас от света немножко попятил. Я почти убил этих. Огребай, ублюдок. Driving me nuts.
Ну теперь единственная сложность — это этот ублюдок, который вдруг решил, что ему надо поноситься последний бой-то. Пошел в жопу, тварь. Из-за тебя придется целую часть обрабатывать, чтобы убирать все эти поражения позорные. На, веселись. Еще, смотрите, какой говнюк. У него, ну, как бы, простой луч его не берет, это имба, а вот сильный берет, но сильный берет, потому что только когда он не бегает, он бегает очень много сейчас. Ой, огребулечки, ой, да. Надеюсь, тебе это нравится, придурок. О боже мой. Это было ужасно. Но более слаще победы в таких делах уж. Ну. Just like that, my mind was clear. Zane had been right. I could think clearly again. But I couldn't survive in this place the way he had, and I might not make it back a second time. Leaving this place would be hard. Maybe impossible. It wouldn't take much for my thoughts to stray again. It was too easy to get lost in the dark place. Before, I was ready to curl up and die. Let myself slip away. But here I was. The yet unwritten future waiting to unfold before me. A sequel to Departure. My name is Alan Wake, and I'm a writer. И ради этого я проходил. Ну, вообще круто. И все. И вот. Ладно. Ладно. Ну что ж, все же прошли мы эти дополнения. Не скажу, что они мне очень понравились. Первое было, мне кажется, лучше второго, но и без них было бы нормально, потому что и так было непонятно ничего, и сейчас ничего не понятно. Что ж, посмотрим, что будет в American Nightmare, и на пока всем спасибо за просмотр, опять же, удачи, и пока увидимся в следующих прохождениях.